Девчонки, всем привет! С вами Леся, и сегодня я хочу вам показать свой интернет-заказ с сайта Makeup Story. Это у нас польский интернет-магазин, который делает доставочку и в Россию также. И сегодня мы будем рассматривать известные нам бренды, такие марки, как Эвелайн и Нивея. Но вы скажете, ну что же тут интересно? Интересно то, что я вам покажу. То, что у нас не продается, и будет ли когда продаваться, я не знаю, но это очень интересные продукты, и поэтому я их поспешила себе заказать, да. И, конечно же, там, на этом сайте я делаю заказы уже больше года, и там, конечно, можно оторвать лимитки, и то, что до нас дойдет через полгода, через год, а то и вовсе не дойдет. В общем, очень интересная продукция. Ну, что я буду вам рассказывать, вы все и так знаете. Еще хочу сказать, что бесплатная доставка от 2000, раньше она была от 1200. И также, девчонки, все цены, по которым были приобретены товары, описание товара, ссылка, все-все-все внизу, чтобы я на этом не останавливалась, а сконцентрировалась только на той красоте, которую хочу вам показать. Итак, приступим. Первое, что хочу вам показать, девочки, это от Эвелайн Косметикс палеточку теней Sparkly. Это была моя безумная хотелка. И когда узнала о ее существовании, я поняла, что она должна быть моей. И у Эвелайн там несколько палеток вышли. Шоколадная палетка и очень интересная палетка Ангел, я ее хотела тоже заказать, но ждала именно эту. И когда появилась эта, Ангел пропала. Поэтому пока что я ее не смогла приобрести. Но главное, приобрела то, что я больше всего хотела. Посмотрите, какая красота. Вы только посмотрите. Можно просто любоваться на упаковку, кайфовать и все. Кстати, тени приходят не так, они приходят вот в таком вот контейнере, или как это еще можно обозвать, в общем, пластиковый такой, чтобы не повредить саму эту упаковку. Потрясающая красота. Я, девочки, безумно рада, что эта прелесть теперь моя. Да. Зеркальце здесь большое, оно прям вот так вот хорошо открывается. И посмотрите, какие сумасшедшие здесь оттенки. Это просто сказка, просто сказка. Особенно меня интересует вот этот вот шиммерный ряд, потому что эти оттенки будут в основном задействованы. А также вот этот очень красивый оттенок, я думаю, нижнее веко им подводить. Ну что же, я говорю, давайте делать свотчи. Ну что ж, девчонки, сделала я свотчи на эту палеточку и хочу вам показать. Посмотрите, какая красота получилась. Эта палетка такая, знаете, красно-оранжевая. То есть она не... Есть такие палетки, они красно-красные, красно-малиновые, красно-розовые. А это именно красно-оранжевая палеточка. Очень мне она понравилась. Единственное, тут вот этот вот оттенок светлый, он почти не виден, но он мне, в принципе, и не нужен. Я безумно рада, что заказала. И, кстати, все оттенки достаточно пигментированные, как и шиммерные, так и матовые. Очень-очень красиво все. Я просто безумно рада, что я о себе ее наконец-то урвала, заказала и... Это просто сказка, это просто сказка, просто песня. Покажу вам еще поближе это все дело. Потрясающая палетка. И, кстати, вполне себе доступная. И при этом будет радовать ваш глаз, делать макияж более красивым. В общем, я считаю, это просто шикарнейшее приобретение. Я безумно рада, безумно счастлива такой покупки. Я прям вау. Круто, очень круто. Не знаю, видите, будет бликовать, фокус будет теряться из-за этих зеркалочек, но я считаю, что она просто безумно красивая, и оттенки просто шикарные. Именно вот таких вот красно-оранжевых у меня, кстати, и нет. Поэтому можно сказать, что не повтор, не повтор. Рада. И также от Эвелайн Косметикс я себе заказала вот такой вот блендер. Он
не нужен, потому что у меня мой предыдущий, можно сказать, порвался, да. Смотрите, он такой вот со скошенным кончиком. Именно поэтому я его и заказала, потому что мне нравятся такие вот скошенные кончики. Ими очень удобно прорабатывать и возле крыльев носа, и где-то под глазками. В общем, да, тут, смотрите, даже инструкция есть. Все супер, можно стирать, постирать. Поэтому да. И, кстати, этот Beauty Magic Blender для макияжа у нас тоже не представлен. Поэтому это все новинки. Я надеюсь, что до нас тоже эти новиночки дойдут. И вы тоже, девчонки из России, сможете просто пойти и купить. Но, в принципе, это можно сделать и при помощи сайта. Ничего страшного. Итак, а дальше я хочу вам показать новиночки от марки Nivea. Тоже у нас это пока что не представлено, но когда я увидела, у меня глаза разбежались, и я решила, что надо брать. И это у нас 3 скраба для лица. Посмотрите, какие они красивые, какие они жизнерадостные. Вот здесь вот написано, что это новиночки у нас все. Очень такие классные, очень яркие, очень такие упаковки аппетитные. Блин, я такая счастливая, что я их урвала. Это просто супер. И, конечно же, хочу с вами потестировать текстуру этих скрабиков и рассказать вообще, как они пахнут, потому что, я думаю, вам это будет интересно. Значит, это у нас рисовые скрабы на основе рисовой пудры. Значит, это у нас с малиной, это с алоэ вера, и это у нас с ягодами асаи. Ну, давайте открывать, нюхать, тестить. Очень-очень хочу поскорее до всего добраться. Итак, первый у нас это у нас с малинкой. Он идет прозрачный, вот такой вот. Пахнет очень приятно, действительно, девочки, это аромат малины, он очень-очень нежный, прям такой, ой, очень-очень нежный такой, знаете, там вот, это пилинги, очень приятный аромат такой, знаете, вкусный, ну, может быть, не совсем натуральный, но при этом нет какой-то такой химозности, косметическая какая-то такая малинка. Далее у нас идет с алоэ вера. Он уже немножко другой по консистенции, чтобы вы знали, да, что это не одно и то же. Такой он же погуще идет, более мутная консистенция, но по факту это все тот же такой лайтовый пилинг. Хотя здесь скрабирующих частичек побольше. И у него есть освежающий эффект. Я это сразу почувствовала, когда нанесла на руку. То есть почувствовался какой-то холодок. Очень приятно пахнет. Такой какой-то косметический, растительный, сладковатый аромат. Очень классно. Мне прям понравился его запах. Ну и следующий это у нас с асаи. Давайте его тоже протестируем. Так, и тут тоже снова же другая консистенция. Так, все ручки уже замазала. Такой вот он. Тоже очень нежный. Но мне кажется, здесь сами частички покрупнее будут. Аромат! Ой, девочки, как же он пахнет! Такой вкусный, настоящий какой-то приятный аромат асаи. Ой, я аж нос туда ткнула. Мне прям понравилось. Он такой вкусный. И такие классные ароматы, девчонки. Они не химозные, не какие-то не бьющие в нос. Они такие нежно-косметические. Ой, кайф. Даже не знаю, какой больше нравится по запаху. В принципе, они все лайтовые. В принципе, они немножечко отличаются друг от друга. Но тут больше, наверное, на аромат идет отличие. В принципе, они все. И вот здесь, да. Сосая, вы можете, не знаю, будет видно или нет, прям заметно, что такие частички покрупнее. Этот у нас погуще идет, а этот, мне кажется, самый такой, самый лайтовый. Так, пойду помою руку и продолжу. Девчонки, знаете, что хочется сказать? Я вот только что умыла руки, и хочется отметить, что вот при контакте с водой вот это вот начинаешь этот пилинг чувствовать. То есть я думаю, что на лице лицо же у нас более еще, кожа более чувствительная, это будет заметно. Но при этом не забудьте, что эти скрабы все-таки нежные. Так, вышел мой кот.
ну-ка, толстенький, помешал съемке. Девчонки, я прошу прощения, у меня вечно какие-то траблы случаются. То кот шкребется, то ребенок орет. В общем, я не знаю, куда мне притулиться, но хочется поскорее вам это все показать, потому что это все очень интересно, и очень хочется самой всем этим начать пользоваться. Также у Нивея вышли тканевые маски. Их намного больше, но я себе заказала всего лишь две. Это у меня с детоксом, такая вот маска, насколько я понимаю, она с черным углем. И тут же по-русски ничего нет, вы же понимаете, они, кстати, 10-минутные. И вот такая вот еще масочка. Конечно же, хотелось больше заказать, но подробное описание, девчонки, на по-русски вы сможете прочитать, как это все правильно описывается, я вам оставлю. Но они, кстати, довольно-таки не очень-то дешево стоят. То есть они 100 с чем-то рублей стоят под 200. То есть не 105, там что-то около под 200. 160, по-моему, каждая. Поэтому я пока две взяла, решила попробовать две. Ну, в любом случае интересно. И если вам это любопытно, важно, то их там намного больше. Да. Еще я от Нивея решила заказать вот такое вот средство. Это мусс для принятия душа, да, то есть вы понимаете, да, у нас тоже они продаются с разными ароматами, но вот именно такого классического аромата лакшери, как здесь написано, я не встречала. И мне безумно захотелось именно его, потому что, ну, все другие там малиновые, ванильные, какие-то там еще, они у нас представлены. А именно этот я не встречала, насколько понимаю, это новинка. Поэтому тоже захотелось очень сильно попробовать, и я, конечно же, заказала себе. Так, и еще я заказала пару аксессуаров, но это уже незнакомые марки. Даже не аксессуары, а так нужные вещички, да. Я заказала ватные палочки от вот такой вот фирмы Organic Simply Gentle. И здесь 200 штук. Что хочу сказать, их очень разбирают, потому что я как-то их кинула в корзину, смотрю, а их нет. Не знаю почему. В общем-то, удобная такая упаковочка, просто мне нужны ватные палочки, и я решила попробовать вот такие вот какие-то новенькие, интересненькие. И еще я себе, девчонки, вы знаете, я использую конжаковый спонж для умывания. Ну, как-то я смотрела конжаковые спонжи, да, и мне приглянулся вот такой вот спонж с алоэ. Он тоже идет для умывания, я думала, он поменьше. Это не конжак, но здесь он такой интересный, смотрите, здесь вот так вот, здесь вот так вот. Я думала, он будет как-то намного поменьше, но он вот такой вот большой. Ну, конжаковый спонж, он, в принципе, разбухает, но все равно таким огромным не становится. Ну, в любом случае, интересно. Я очень хотела его попробовать, поэтому взяла в запас для того, чтобы воспользоваться, когда мой конжаковый спонж выйдет из строя, я себе, в общем-то, вот эту вот штучку возьму в дело. Девчонки, это все, что я хотела вам показать. Это все вот такие вот мои покупки. Я думаю, это очень-очень интересно. И я надеюсь, полезна для вас такая информация. Я безумно рада, что мне удалось урвать эти новинки. И, конечно же, хочется поскорее это все в деле протестировать. Один из скрабов у меня сегодня же отправляется в ванную комнату для того, чтобы я им пользовалась. Так что да, всем спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.